Друзья, канал VIP «Серьезы понарошку» приветствует вас. Меня зовут Владимир, и если вы по какой-то загадочной причине не успели подписаться на наш канал, есть возможность исправить это положение. Спасибо, что вы с нами. Эти кадры я снимал не на Крайнем Севере. Это город Павлодар, Республика Казахстан. Весна преподносит свои сюрпризы, и начиная с 14 апреля 2023 года мы переместились в тот период, когда снова можно достать санки и стать на лыжи. Температура воздуха ночью минус 12, по ощущениям минус 19 градусов. Трамвайный маршрут номер 8 подвозит нас к остановке мечеть имени Машхур Жусупа. Проспект Нурсултана Назарбаева, бывшая улица Кутузова, и вдали мы видим торговый дом «Артур». В своих роликах я уже показывал торговый дом «Артур», ссылку оставлю в описании к видео. Торговый дом «Тулпар» с казахского языка переводится «крылатый конь». Неплохой торговый дом, где можно купить одежду, хороший парфюм, мебель для дома, выпить чашечку отличного натурального кофе. Имеются банкоматы. Судя по отзывам покупателей, цены здесь немного завышены. Продолжая свой маршрут, мы направляемся в сторону торгового дома «Квазар». В своих комментариях вы просили показать этот торговый дом. Вот я выполняю вашу просьбу. Мы подошли к автобусной остановке «Дом Шахмат». Отсюда до торгового дома «Квазар» рукой подать. С этой остановки на 5 автобусных маршрутах можно уехать в любой конец города. Ребята играют в снежки. Многие из нас с нетерпением ждали весну, ждали солнечные теплые деньки. Где-то весна уже давно вступила в свои права, наступило тепло. Ну а я не буду омрачать ваше весеннее настроение нашими уличными пейзажами. И мы с вами зайдем вовнутрь торгового дома «Квазар». Thank you.
торговый дом «Квазар» раскинулся на довольно большой территории, имея два этажа и цоколь. Многие зрители писали в комментариях по поводу центрального рынка, спрашивали меня, что с ним, и просили показать его изнутри, если он еще существует. Так вот, друзья, в торговом доме «Квазар» как раз и расположился центральный рынок нашего города, города Павлодар. Многое изменилось за пройденный период времени, изменилась сама конфигурация рынка, а также его ассортимент. Мясо, рыба, орехи, фрукты и многое-многое другое плавно переходят в бутики с одеждой, отделы с посудой и игрушками, сумками и канцтоварами, обувью и шапками и так далее и тому подобное. А ассортимент, друзья, огромный. Если взять период времен Советского Союза, когда многие продукты и товары были дефицитом, для нас, павлодарцев, в настоящее время это явление стало незнакомым. Ваша покупка будет зависеть от толщины вашего кошелька. На сегодняшний день 452 казахстанских тенге равняются 1 доллару США. Во время нашей экскурсии по торговому дому вспомнился анекдот. Один мужик сказал: «Все, друзья, пора к окулисту». Заходишь в магазин, глаза разбегаются. Смотришь на цены, глаза на лоб лезут. Заглядываешь в кошелек, вообще ничего не видишь.
У меня сложилось положительное впечатление от торгового заведения. Есть много полезного, помимо продуктового, мясного, рыбного отделов, есть несколько ателье, ремонт изготовления ключей, ремонт обуви, фотоцентр, есть места, где можно вкусно покушать. Комфорт, тепло и уют заставят приходить сюда снова и снова. Мне единственное не нравится, что в магазинах все платно. Буквально год назад я здесь покупал кухонный стол со стульями. Тогда мне показалось, что цены немного завышены. Прошло время, и я убедился в качестве товара, а современный дизайн нас только радует. Но, как говорит мудрая пословица, на вкус и цвет товарищей нет. Друзья, с воскресенья 23 апреля синоптики обещают у нас потепление.
Павлодарцам искренне желаю терпения. Скоро наступят теплые деньки. Дачники поедут на свои участки. Жизнь заиграет новыми красками. И все станет на свои места. Всем желаю хорошего настроения. И всем пока-пока.